Здравствуйте! Я рада вас приветствовать на канале Международной детской школы «Счастливая гимнастика». Сегодня мы развиваем творческие способности детей и расскажем, как у нас проходят фотосессии для публикации в журналах. Фотомоделью это так тяжело, а на шпагат сесть легче. Мне очень понравилось фотографироваться. Сегодня первый раз была фотосессия. Мне все очень понравилось, но на ковер выходить перед судьями гораздо легче. Сегодняшняя фотосессия для нас очень интересный опыт. Такие мероприятия помогают детям раскрепоститься, раскрыть в себе творческий потенциал. Чем чаще девочки принимают участие в подобных мероприятиях, тем проще им потом выступать на площадке. Хочу поблагодарить всех наших гимнасток за сегодняшнее участие в фотосессии. Пусть было непросто, но мы все старались.